Итак, третий ролик. Давайте доведем нашего персонажа уже именно под кости. Так, что можно сделать? Ну, первое, что мне нравится, это опять же волос. Я его сейчас удалю. Или такие. Он лысый тоже хорошо смоется. Так, N-панель. Наш персонаж. Ctrl. Что-то этакое. Сразу может пролепить его сразу. Так. Давайте попробуем какой-нибудь кисточкой, может. Так, Ctrl-Alt. Так, и здесь тоже так. Угу. Так, только вот здесь вот. На ухо, чтобы не залазило. Вот таким вот образом. Здесь тоже немножко корректируем маску. Так, делаем ровный кант. Ctrl-Alt. Обрезаем. Где-то докрашиваем, чтобы все было нормально. Делаем Ctrl-I. Кисточка стандарт. И давайте попробуем. Так. Ну, какую-нибудь альфу подключить, которая уже готовая. Так, что тут? Ну, вот эту может. Угу. И вот поставим Drag Rect. Что такое? А что такое? Почему не рисуем? Зад включаем. Ага, забыл я. И вот этой кисточкой просто поднакидаем вот эти кучерашки. Где-то кисточку поменьше, где-то вот можно побольше объему дать. По краю можно поменьше. Так, ну и по центру. Накидаем. Что тут получается? Так, еще побольше кучерашек. В разные стороны. Так, чтобы не торчали сильно тоже. О, нормально. Теперь делаем покраску. Будет волос черный. Зад отключаем RGB. Так, альфу отключаем и переключаемся на Fairheart. Вот сразу красим на персонажа. Есть такое дело. Ну, в принципе, нормально. Так, немножко нужно подкрасить ему губы. Интенсивность поменьше. Draw size поменьше. Вот так как-то. Так, еще что? Нарисуем давайте ему брови. Не хочу их лепить. Так, это уже кисточку побольше. И рисуем брови. Так. Так, уходит на глаз. Это нехорошо. C. Подрисовываем.
такие попышнее делаем. И давайте их замаскируем. Так, вот таким вот образом. Ctrl-I. Делаем опять же кисточку какую-нибудь альфу подгружаем. Так, что тут такое путнее есть? Ну давайте вот эту. Опять же зад. Во, пойдет. Ctrl, снимаем маску. C, чуть так, Ctrl-Z. RGB опять включаем, зад отключаем, C. Чуть-чуть их вот здесь вот так вот подкрашиваем. Ну, в принципе, нормально. Так, еще что хотелось сделать, это выбрать ноздри вот эти побольше. Угу. И вот этот центр губы. Тоже есть такое дело. С. Чуть-чуть уменьшаем. О! Вот так теперь нормально. Так, губень у него побольше. Так, веки есть. Кисть стандарт мов топологи, наверное. Нужно веки чуть-чуть вперед, наверное, вот так вытянуть, чтобы при анимации потом они нормально закрывались. Так, вот таким вот образом. Ставим кисточку стандарт, засап через Alt. Так, ага. Ctrl-Z, отключим покраску и Alt. Так, вот так все это дело во мнем. Так, переносится тоже глаза. Выделим. Чуть-чуть тут тоже поиграемся вот так вот вмятинами. Нарисуем какой-нибудь переход. Так, Ctrl-Z. Shift-ом, ага, пойдем. И через Alt вомнем вот это дело. Подбородок тоже немножко выделим. Shift-ом выгладим. Вот так вот. Нормальный персонаж. Ну а теперь что делаем? Все это дело надо сохранить на всякий случай, вдруг что-то не получится. Это сейв, сохранить, перезаписать проект. Так, n, давайте все объединим. Теперь merge down, все автоматом, тын-тын, все поставили. Теперь у нас здесь разные полигруппы. Вот вы видите. Если сейчас мы вот это все понизим, значит полигонаж, а потом закинем в блендер, вставим кости, у нас все это будет расползаться. Вот эти кисти рук будут в одну сторону ходить, штаны будут сами по себе где-то там блукать. Значит, нужно все это склеить. Чтобы склеить, нужно сделать Dynamesh. Dynamesh делаем на большой резолюции, чтобы у нас все вот эти детали остались четкими. Делаем Dynamesh. Так, у меня здесь маска где-то включена. Снимаем маску и делаем
Dynamesh. Получается 1 миллион. О, 2 миллиона. Нифига себе. Ну ладно. Пока зебра тянет, давайте делаем дубликат. У меня сейчас 4 миллиона полигонов пополам. Вот, на двоих у них. Делаем геометрию и делаем ZRMesh. ZRMesh. ZGaze. Пониже полигонаж. ZRMesh. Все, ждем. Включил я вентилятор. Надеюсь, что сильно звук не будет. В ролике именно слышен. Так. Отключаем нижний сабтул. И вы видите, вот такой вот у нас получился персонаж. 7000 полигонов. Давайте Ctrl-D, Ctrl-D. Ctrl-D. 467 делаем. Тысяч полигонов. И делаем Projectile. Да. Отключаем нижний вот этот сабтул. Можно сейчас посмотреть, если все нормально, то его можно удалить. Так, ага, вот. Тут у нас косячок. Там косячок. Почему? Потому что майка была далеко. Так, это мы, значит... Так. А что значит? А значит, что вот это все дело, вот это все дело будет вот плоховато выглядеть. Вот это вот появилось быстро. Почему? Потому что, видите, она далеко, значит, от нашего персонажа. Так. Удаляем, delete верхний вот этот сабтул. Смотрим, что да как. И нужно поработать немножко в топологии. Так. И вот эту майку. Так, а тут уже получается у меня, ага, склейка, да? Хорошо. Первый блин комом. Значит, открываем опять файл, делаем open, да, нет, открываем опять наш проект. Так. И пробуем все это дело опять, значит, объединить геометрии, модифи, так, нет, сабту, merge down. Тын-тын-тын-тын-тын. Все объединили. Делаем, значит, что? Поправляем вот эту майку. Давайте. И вот эту вот часть нужно подкорректировать. Значит, эту часть можно приподнять. Штанишки чуть-чуть подтянуть. А вот эту майку, вот эту часть, чуть-чуть приблизить к телу. Или даже лучше N. А, сейчас выбираем тело. И просто вот эти бока подтянем к майке. Смотрим, как они подтянулись. Ну, вроде бы... Вроде бы теперь дырка стала поменьше. Еще заполняем. Смотрим, чтобы пустоты не было между майкой. Вот, вот еще тут есть яма. Вот эту часть надо еще поближе к майке подтянуть. Почему? Потому что когда вот эти полигоны будут далеко находиться от тела, то получится, что вот эти вот получаются дырки. Теперь еще вот какой вопрос. Кисточка стандарт. Значит, C. Пробуем. Так, Ctrl-Z. RGB Z. Пробуем все это дело еще. Ctrl-Z. Выбираем майку только. И ее вот здесь вот подкрасим.
Так, вот эта часть тоже. Оп. Вот такие уже дела будут интересны. Ну, теперь делаем геометрию Dynamesh. Только теперь не 2 миллиона, а чуть давайте поменьше сделаем. Так, опять у меня тут где-то маска включена. И делаем Dynamesh. 565 тысяч. Смотрим, в каком состоянии майка, трусы, рисунки. В принципе, все хорошо, все нормально. Это все нормально. Это все хорошо. Теперь делаем дубликат. На верхний сабтул делаем ZRMS в геометрии. ZRMS location. Так. Ну пускай на пятерке стоит. Модель хотя бы хочется сделать, ну, тысяч хотя бы, ну, на 10, на 15. Ниже это будет уже хлам. Так что, не, ну, можно вот 7000 полигонов, вот сейчас она, 7000 полигонов. В принципе, ну, не так и плохо он выглядит. Вот так вот. В принципе, пальцы, все нормально. Что у нас тут с кроссовками? Вот главное, чтобы кроссовки еще в хорошем состоянии остались. Так, что у нас с кроссовками? Ну, что-то этакое, да? Значит, теперь делаем Ctrl-D, Ctrl-D. 295 тысяч полигонов хватит. Сабтулы ставим. Нижний сабтул включаем. Так, и делаем Projectile опять. Да. Отключаем нижний сабтул. Смотрим, в каком состоянии наш баскетболист. В нормальном состоянии. Так, что у него тут этакое. В принципе, нормально. Вот, а теперь смотрим на кроссовки. Так, кроссовки, ну, не ахти выглядят, какие-то детали пропали, но вот благодаря тому, что все это дело покрашено, вроде понятно, что это кроссовки. Минус понижение полигонажа. Конечно, если вот этого персонажа сделать, 3-4 миллиона. Он будет, конечно, четко выглядеть классно. Но для анимации это понятно, что перебор. Так, вот еще что. Руки-то сцеплялись. Руки сцеплялись. Значит, нужно здесь еще руки выгладить. Здесь вот на костяшках. Смоем, опять же, чтобы не было никаких дырок. Так, чуть-чуть, значит, можно где-то вот здесь вот выгладить, чтобы рука была гладкая. Ну, Blender, Shader Smooth все это дело подкорректирует. Теперь что? А теперь делаем развертку. The Plugin, UV Master, Warton Clone, Unwrap. Ждем. тысяч полигонов. Вот. Вышел персонаж. Теперь, значит, заплагины. И делаем ему копию UVS. И вот этого раскрашенного гражданина нажимаем. Цвет полностью копируется на баскетболиста. И заходим в заплагины. Нужно все это дело прикрепить. Past UVS. Теперь заходим в текстуры Map. Находим Crit New from Polypaint. Подгружаем нашу, значит, развертку. Итак, развертка вставилась. Вот она. Теперь что нужно сделать? Нам нужно сделать вот такую штуку. Понизить вот этот девайды.
и опуститься вот на тот полигонаж, который нам вот именно будет нужен. Тут вот получается, что вот такая штука, 11 тысяч полигонов, было 17, но у меня не прикрепилась развертка, я второй раз переделывал. Так, давайте сделаем теперь, что normal map, делаем клон, правой кнопкой мыши делаем экспорт. Ну это чтоб, так, погодите, а, ну да, сохраняем. Так, сохраняем для проекта баскетбол. Баскетболист есть. Теперь вот отсюда эту штуку удаляем. Это значит текстуры он. Здесь пусть она, наверное, остается. Она автоматом должна вместе вот с этой текстурой экспортироваться. И геометрии, ну, делаем. Так. Можно вот так вот сделать. Если сейчас вот поставить на 45 тысяч полигонов, ну, вы видите, что будет нормально выглядеть. Вроде дырок никаких нет. Все нормально. Но для анимации это многовато. Для модели. Если сейчас мы это все дело уменьшаем на первый вот этот divide и hidden, удаляем вот эти вот дивайды. И так у нас получается вот такая сетка. Вот, видно, наверное. Прикольная сетка. Вроде, ну, только что прическа квадратами. Ну, а так это все дело вроде сдалека симпотный. Все, вот теперь можно экспортировать. Экспорт. Баскетболист сохраняем, значит, готовый формат Ops для проекта баскетбол, сохранить. Ну а теперь давайте зайдем в Blender и посмотрим, как это все выглядит в Blender. Blender 2.93, куб. Delete, единица на numpad, файл import, значит opsh, находим десктоп, рабочий стол, находим папку, где этот проект баскетбол, баскетболист готовый, закидываем, смотрим, подключаем текстуру. Вот такой прикольный чел получился. Все, полосы четкие. Если сейчас выбрать персонажа и нажать Shader Smooth, вот вы видите, он сглаживается. Кроссовки нормально выглядят. Не так, чтобы прям четко, но так как модель получается низкополигональная, ну, для низкополигональной модели, вот видите, какая сетка. Он нормально выглядит. Четко. Так, все, сохраняю проект. В следующем ролике вставим ему кости. Баскетбольный мяч, как сделать, ссылку кину в описании. Я уже его раньше делал в ZBrush. И вставим кости. Потом попробуем сделать, значит, баскетбольный щит и баскетбольную площадку. И на этом деле все, сделаем анимацию. Все, всем пока, до свидания.